Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и сегодня я расскажу про морозильный шкаф Liebherr GN1066. Ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров, включайте колокольчик. Своим мнением вы можете поделиться в комментариях. Во всех морозильниках с технологией No Frost и Smart Frost выдвижные контейнеры и прозрачные полки извлекаются легко и удобно. Это позволяет использовать все преимущества практичной системы Vario Space, с которой в морозильной камере будет достаточно места для размещения замороженных продуктов большого размера. В стандартном исполнении на холодильнике устанавливается дверь, которая открывается слева направо. При этом для более удобного открывания и адаптации к условиям в помещении дверь можно перенавесить и тем самым изменить сторону ее открывания. Выдвижные контейнеры Frost Safe отличаются особенно высоким исполнением и закрытой конструкцией. Благодаря этому в контейнерах дольше сохраняется холод при открытии двери. Прозрачная передняя панель контейнера обеспечивает оптимальный обзор хранящихся в нем замороженных продуктов. Благодаря использованию современных профессиональных технологий охлаждения, оборудование Liebherr с системой No Frost обеспечивает длительное хранение замороженных продуктов. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха и отвода избыточной влаги. В результате этого в морозильной камере не образуется лед, а замороженные продукты питания не покрываются слоем инея. Системой No Frost вы позабудете о необходимости оттаивания морозильной камеры. Автоматический режим SuperFrost превращает замораживание в простую и энергосберегающую процедуру. Температура в морозильной камере быстро понижается до минус 32 градусов Цельсия, создавая таким образом резерв холода, необходимый для замораживания продуктов при максимальном сохранении витаминов. После того, как процесс замораживания завершится, максимум через 65 часов, морозильник возвращается в обычный режим с экономным потреблением электроэнергии. Для лучшего сохранения продуктов питания сигнальный датчик открытой двери срабатывает через 60 секунд. Функция защиты от детей позволяет предотвратить случайное отключение прибора. Если функция защиты от детей включена, то на дисплее Magic Eye отображается соответствующий символ. Сигнализация сообщает о повышении температуры в приборе, например, из-за неплотно закрытой двери или при отключении питания, используя для этого оптические и акустические сигналы. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и начну с отрицательных. Дверца выпуклая, не плоская. Ящики хилые, слабая пластмасса. Пайка трубопроводов сделана неаккуратно. Часто включается. Теперь речь пойдет о положительных. Хорошо морозит, не шумит. Вместительный. Удобные контейнера, ручка. Объем хороший, замораживает хорошо. Небольшое потребление энергии. Не надо размораживать. Индикатор температуры. Внешний вид. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, а также подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. До новых встреч на канале «Правильный выбор».